Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Миго. У меня, кажется, опять наступает такой момент, что мне нечего снимать. Rocket League, кажется, это все хорошо, но немножечко не то, потому что как-то я не хочу постоянно вот на этом только основывать свой контент. Мне нужно что-нибудь новенькое. Поэтому я пока в процессе, думаю, чтобы снимать, но пока вы видите нарезочку каточки. Сегодня будет одна катка, потому что больше у меня нет. В распоряжении есть только обычный режим, но я думаю, обычный не особо кому интересен, лучше все же ММ, поэтому на ваш суд сегодня предоставляется одна ММ. Всем приятного просмотра. Хедшотки мало, вероятно, что попадают. 3-2 тащите, вот этого, у которой... Толкнешься. Охренеть. Ты слышишь? Ты еще больше не видел, что я вытворил. Блять, как ты его не добавил в дверях? Ебать, как он по тебе просто не попал, ты понял? Ебать, я обосрался, ты пиздец. Здрасте! Пусть они идут. Там еще. Там еще внизу. Там еще двое. Иди туда, там двигайся. Красавич. Еще один там. Да мне что, разорваться что ли? А не, блядь, что там. Давай он стреляет, смотри, блядь, с нашей базы. Все, и там дефьюзят, но ты не успеешь стрелять. Уходи. Блин. Ой, ебать, дом качаешь. Мы не заходим. У меня бомба. Ну что там, блин, разорваться надо было, что ли? Да что ты тут? Сид, хрена себе, этот придурок из-за машины, идиот, блин. Один получается там, или с нашей базы будет, или с нашей базы. Танки, главное не обосраться. Главное не пукнуть. А нет. Хочешь, чтобы мы все задохнулись? Давайте. Ну если у вас будет где-то 4 хп туда, для вас это будет смертельно. А, пикующее говно. Пиздец. А чё ты так открылся, блядь? Ты просто не хотел, короче. Он тебя Зевсом не убил, блядь. Пошёл он на меня Зевсом. Пошёл он на меня Зевсом, смотри на него. Или я забыл где. ТВП своим. И мне повезло, что это говно с АВП, оно было как бы немножко косое. Одно хп. Ебать мой хуй, подрежь колбаски, идите сюда. Ну вы понимаете, что на меня сейчас разок дыхнуть и все. Шо? На меня сейчас разок дыхнуть и я сдохну. То есть это как бы вся прелесть одного хп. Называется пёрнул и умер. Ну вот примерно да. Называется ослепнуть от флешки и сдохнуть, то же самое. В туннеле. Я поздравляю вас, пацаны. У меня первая катка, где у меня статистика ровная. Потому что до этого у меня была отрицательная. Это хорошо сейчас было. Мастер-сержант!
Вот такое коротенькое видео получилось, друзья. Ну, я его обязан выложить, чтобы не оставлять вас почти на неделю, уже, наверное, побольше без видео, потому что я заливал другое видео по КС на YouTube. Оно у меня сутки не отображалось. Точнее, отображалось, но там пропускается 360p. Стрим опять начать не получилось у меня, как 2 недели тому назад. Я не знаю, в чем проблема. Я захожу на свой стрим, а у меня он прогружается. Ну и это видео выходит просто потому, что вы не смогли набрать нормальное количество вопросов для рубрики «Вопрос-ответ». Там всего лишь от силы 2-3 вопроса. Ну что это такое? И ради этого делать? Конечно, нет. Я не собираюсь. Ну, ром-тур, надеюсь, что скоро выйдет, поэтому ждите. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Мигу. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока.